ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 श्रीमद् भागवत गीता Глава 4, которая называется «Трансцендентальное знание». Текст 7. Яда-яда-хи дхармасья, Яда-яда-хи дхармасья, Яда-яда-хи дхармасья, Яда-яда-хи дхармасья, Гланирбхавати Бхарата, Гланирбхавати Бхарата, Гланирбхавати Бхарата, Гланирбхавати Бхарата, Абхютанама дхармасья, Абхютанама дхармасья, Абхютанама дхармасья, Абхютанама дхармасья, Тадам тадатманам сриджамьяхам, Тадатманам сриджамьяхам, Тадатманам сриджамьяхам, Тадатманам сриджамьяхам, Яда-яда-хи дхармасья, Яда-яда-хи дхармасья, Гланирбхавати Бхарата, Гланирбхавати Бхарата, Абхютанама дхармасья, Абхютанама дхармасья, Тадатманам сриджамьяхам, Тадатманам сриджамьяхам, Адхармасья, Адхармасья, безверие, безверие, тада, тада, в то время, в то время, Атманам, Атманам, себя, себя, сриджами, сриджами, проявляю, проявляю, Ахам, Ахам, я. Перевод стиха. Когда на земле религия приходит в упадок и воцаряется безбожье, я не схожу сам, о потомок Бхараты. Когда на земле религия приходит в упадок и воцаряется безбожье, я не схожу сам, о потомок Бхараты. Комментарии во божественной милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. В этом стихе имеет большое значение слово «сриджами». Оно не может быть использовано в значении творения, потому что, как говорилось в предыдущем стихе, формы или тела Господа не создаются, поскольку все формы существуют вечно. Поэтому «сриджами» означает, что Господь проявляет себя таким, каков Он есть. Хотя Господь и не сходит на землю в определенное время, а именно в конце Двапара-юги, 28-го тысячелетия, 7-го ману, в одном дне Брахмы, но Он не обязан следовать этому правилу, потому что полностью свободен и волен поступать по своему желанию. Таким образом, Он появляется по собственной воле тогда, когда в мире преобладает безбожье и исчезает истинная религия. Религиозные принципы изложены в Ведах, и любое отклонение от правильного выполнения предписаний Вед делает человека безбожником. В Бхагаватам утверждается, что такие принципы есть законы Бога, и лишь сам Господь может создать систему религии. Известно также, что Веды первоначально были вложены самим Господом в сердце Брахмы. Поэтому принципы Дхармы или религии являются прямыми указаниями Верховной Божественной Личности – Дхармам ту сакшат Бхагават пранитам. Эти правила ясно изложены в Бхагавад-гите. Цель Вед состоит в том, чтобы установить эти принципы по воле Всевышнего Господа, и в конце гиты Господь прямо говорит, что высший принцип религии – преданность Ему и ничто более. Ведические принципы приводят к тому, что человек полностью вручает себя Господу, но когда эти принципы нарушаются демонами, на земле появляется Господь. И с Бхагаватом становится ясным, что Господь Будда является инкарнацией Кришны, явившимся в момент, когда материализм в мире набрал слишком большую силу. И материалисты истолковывали ведические писания так, как им это было выгодно. Хотя в Ведах есть строгие правила в отношении жертвоприношений животных, у демонов была тенденция совершать жертвоприношения животных, не придерживаясь этих ограничений. Господь Будда явился, чтобы остановить эти бессмысленные действия и установить ведические принципы неприменения насилия. Поэтому каждая аватара или инкарнация Господа имеет определенную миссию
и все они описываются в шастрах. Никого не следует принимать за аватару, если о нем не упоминается в шастрах. Неверно думать, что Господь нисходит лишь на земле Индии. Он может появиться в любом месте и когда пожелает. В каждом своем воплощении он говорит о религии лишь столько, сколько может быть понято определенными людьми и при определенных обстоятельствах. Но цель всегда одна – привести людей к осознанию Бога и выполнению религиозных принципов. Иногда Господь нисходит лично, иногда Он посылает своих истинных представителей в образе сына или слуги, или приходит сам в каком-либо образе. Принципы Бхагавад-гиты были изложены Арджуне, потому что духовно он стоял намного выше своих современников, и через его посредство другим духовно развитым людям. 2 + 2 = 4. Это математическое равенство верно как для школьника, изучающего арифметику, так и для ученого-математика. И все-таки высшая математика отличается от простой арифметики. Так и Господь во всех своих воплощениях учит нас одним и тем же законам, но в зависимости от разных обстоятельств они могут даваться на более высоком или более низком уровне. Высшие религиозные принципы начинаются с принятия 4 укладов и 4 статусов социальной жизни, как об этом будет объясняться далее. Общая цель всех инкарнаций Кришны – пробудить сознание Кришны повсюду, и такое сознание проявляется или не проявляется в связи с различными обстоятельствами. Яда яда хит кармасья гланирбхавати Бхарата абхютханам адхармасья тадатманам сриджамьяхам. Когда на земле религия приходит в упадок и воцаряется безбожье, я не схожу сам, о потомок Бхараты. Ом агьян димирангасья гьянанджана шалакая чакшур уммиритам гьяната исмай шри гуруве намаха. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Бхутале Шримати Ниранджана Свами Ити Намине Анахата Праясина Прабхупадасья Туштае Сангиртана Правритартам Ихате Гураве Намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Шри Адвайта Гарадхара Шри Васади Гора Бхакта Вринда. Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Харе. Итак, это один из самых знаменитых стихов Бхагавад-гиты, в котором Кришна объясняет одну из целей своего появления на земле. Именно на земле. Не во Вселенной, а именно на земле. То есть на этой планете. Именно на этой планете. И в частности, в этом стихе говорится, что когда религия приходит в упадок и воцаряется безбожье, каждый раз, как объясняет Шрила Прабхупада, Кришна нисходит в каждую эпоху в своей инкарнации с определенной целью и с определенной миссией. И каждый раз Кришна говорит об одном и том же, но на разном уровне. Иногда он говорит наиболее возвышенную философию, дает людям. Иногда он объясняет очень просто. Мы знаем, что в Библии, допустим, очень просто все объяснено. Но даже сейчас, в этот век, век Калли, люди не могут понять смысла Библии. Даже Библии, которая предназначена для людей века Калли. Для млечхов, для мясоедов. То есть те, кто полностью утерял благочестивость и деградировал. Даже Библия сложно понимается деградированной частью населения. Что же говорить о тех философских принципах и объяснениях, которые заключены в ведическом знании, предназначенные для людей более возвышенного уровня? Поэтому здесь Шрила Прабхупада в этом комментарии делает это сравнение, как арифметика и высшие принципы математики. Хотя все это математика, но одна очень простая, примитивная, а другая сложная.
Точно так же и религиозные принципы, о которых говорит Господь в каждую эпоху и для каждого разного уровня сознания, тоже могут быть разными. Если вы помните, то в одной из лекций я объяснял, что существует, вернее, описывается в ведической литературе 5 уровней сознания. Анумая, Пранамая, Манумая, Вигьянамая и Анандамая. Первый уровень сознания самый низший, то есть самые деградированные живые существа – это безбожники. Первые 3 уровня относятся к безбожникам. Анумая, Пранамая и Манумая – это уровни сознания. Живое существо вследствие своей греховной деятельности, то есть плохой кармы, получает один из этих уровней сознания. Некогда мы все были на уровне Анандамая. Ананда означает полное духовное блаженство, вечность и знание, то есть полная духовная реализация. Но пожелав действовать независимо от Кришны, то есть проявив зависть Кришне, мы решили сами наслаждаться отдельно от Него, то есть стать Богом. Каждый захотел сам стать Богом. И мы начали путешествовать в этом материальном мире, который специально создан для завистливых живых существ. И этот материальный мир на санскрите называют веды Дургадхама. Дургадхама в переводе на русский язык – тюрьма, из которой очень сложно выбраться. И все до одного живые существа, которые населяют этот материальный мир, являются преступниками, которые помещены в тюрьму для исправления. Что же говорят эти 3 низших уровня сознания? Я напомню, чтобы дальше рассказывать. Самый низший уровень сознания называется Анумая. И ведическая литература представляет этому уровню сознания такие мантры поклонения. Ом Агаранам Ду, Ом Агаранам Ду, Ом Агаранам Дехо. Что означает? Воистину я есть пища. Воистину меня интересует только пища. Воистину пища. Это абсолют. Этот уровень еды, то есть тогда, когда человек... Есть в магазинах еда, хорошая жизнь. Нету в магазинах пищи, плохая жизнь. Это самый примитивный уровень сознания. То есть это наиболее греховные живые существа. Они все измеряют картошкой, редиской, укропом, количеством колбасы, наличием водки, селедки. И они определяют, у нас так хорошая жизнь была раньше, магазины были забиты, водка была дешевая. Это самые греховные живые существа, у них самый низкий уровень сознания. Ведическая литература описывает этот уровень сознания как уровень сознания грудных детей, если вы помните. Грудной ребенок, когда он сытый, он счастлив. Он спит, веселый, сначала он улыбается, потому что он так постепенно погружается. Вот он наелся и постепенно погружаться начал. У него такое хорошее состояние, он улыбается и засыпает. После того, как он проснулся, он голодный, и он опять начинает плакать. Так и люди на этом уровне, Анумая, они воспринимают всю цивилизацию, всю культуру и религию тоже воспринимают с позиции еды. Вот как в христианстве, допустим, говорится, дай нам хлеб наш насущный. И люди на уровне Анумая думают, что это еда. Имеется в виду хлеб насущный, это колбаса, водка, селедка, одежда, автомобиль, квартира. Это еда, хлеб насущный. Это уровень сознания Анумая. Поэтому сейчас в нашем веке, в век Кали, в котором мы с вами живем, мы видим этих людей. Практически все взрослые люди находятся. Редкий случай встретишь людей на уровне Пранамая. В основном, основная часть населения находится на уровне Анумая. То есть этот уровень называют Народхама, животные, которые достигли человеческой формы жизни. То есть у них тело людей, но сознание животных. Животное так мыслит. Ем счастье, не ем несчастье. И для этого людям нужна экономика, армия, нужно строительство. Все нужно только для того, чтобы спокойно сесть и наесться. Но человек очень необычен. Он не любит есть просто, он любит изысканно есть. В изысканной обстановке. Он не будет есть где-то на полу или на земле. Он хочет, чтобы был мягкий диван, красивая посуда. Но для чего?
чтобы сесть и поесть. Итак, это самый низкий уровень сознания, анумая. И как следствием еды, то есть наслаждения языка, происходит очень сильное возбуждение гениталиев. А аюрведа объясняет, что тот, кто не вкушает пищу, предложенную Господу, то есть ест бхогу, то есть не вегетарианскую пищу, и еще вдобавок не предложенную Кришне по стандарту, то есть с мантрами, человек, имеющий посвящение, он может просто с мантрами предложить пищу. Но человек, не имеющий посвящения, то есть не имеющий второго рождения, он должен обязательно предлагать пищу на алтаре. И обязательно при помощи определенных звуковых вибраций, мантр, чтобы снять энергетический негативный потенциал и наполнить другой энергией эту пищу. Если пища вкушается другим способом, то есть не предлагается, даже если она вегетарианская, это будет причиной возбуждения гениталиев. То есть человек, вкушая эту пищу, у него будет возбуждаться ум. Он будет пребывать в беспокойстве, в сексуальном беспокойстве. Это сексуальное беспокойство выражается в разных формах. Первое, это желание грубого сексуального влечения, то есть наслаждаться половыми взаимоотношениями между женщиной и мужчиной. Когда человек не получает этого наслаждения, тогда его сексуальная потенция трансформируется в желание богатства, в желание денег. Когда он не получает денег, у него есть желание получить эти деньги, чтобы одеваться, чтобы красиво одеваться, хорошо пахнуть, для того, чтобы привлекать к себе другие живые существа противоположного пола. Это называется сексуальная озабоченность. На санскрите она звучит как сакалера ашанта, беспокойство обезьяны, гардаба, уровень сознания гардабы. Краситься, подводить ресницы, завивать волосы. Для чего? Для того, чтобы чувствовать себя гардабой, обезьяной, которая ищет секса. На другом уровне, когда человек возвышается над этим уровнем, то есть его сознание очищается, сердце его очищается постепенно, благодаря повторению звуковой вибрации. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Когда человек очень внимательно повторяет эту мантру, не про себя, она называется звуковая вибрация. Нужно обязательно повторять так, чтобы вы могли слышать собственную мантру. Если вы не слышите, а просто знаете, что вы ее повторяете, эффекта не будет. То есть человек не очищается. А значит, он остается похотливым. Что значит похотливым? У него есть стремление, сексуальные стремления, стремление кого-то обольщать. У него есть желание богатства, власти, почестей. Есть желание мистического совершенства, то есть ситхи хочет получить. И есть желание выслушивать имперсональную философию. То есть он не может осознать, что Кришна является верховной личностью Бога, что он личность. И он наделен всей природой личности. Человек не может этого осознать, если он не повторяет мантру правильно. Нет никаких правил и строгих ограничений в повторении святого имени. Но есть одно строгое правило. То, что это звуковая вибрация, ее нужно произносить в звуке. То есть Харе Кришна тихо или громко. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Чтобы человек обязательно слышал свою мантру. Полностью все звуки. Хэ, а, ре, е, харе. Кэ, ка, эр, все. Кришна, Рама. Он должен слышать все сам своими ушами. Это повторение мантры. И когда человек повторяет, постепенно очищается, поднимается с этого уровня, появляется желание, желание выделиться. Что такое желание выделиться? Это то же самое сексуальное желание. Желание что-то громко захохотать, закричать, с кем-то законфликтовать публично, чтобы желание обратить на себя внимание. Это называется сакалера ашанта, то есть озабоченность. И ведическая литература говорит, что такое живое существо не лучше свиньи и собаки. И человек, который знает ведическую науку и смотрит на такого человека, он понимает, что за уровень этого человека. Это уровень животного. Да, человеческое тело есть, но сознание еще на уровне животного. Желание выделиться. Вот мы много раз замечаем, да, как человек специально что-то закричит, захохочет громче всех, начинает там кривляться. Это все связано с его сексуальной озабоченностью. Говорится, у него читаврити не в порядке.
То есть в организме есть 10 воздушных потоков. Удана, апана, прана и дальше. И когда эти 10 потоков воздуха приведены в беспокойство, вследствие греховной деятельности прошлого, это плохая карма, у человека проявляются вот эти... И благодаря воспеванию Хари Кришна мантры, пению вот этих песен, слушая лекции по Бхагавад-гите, Шримад Бхагаватам, поклонению божеству и вкушению прасада, эти 10 жизненных потоков воздуха выравниваются, и человек умиротворяется. Он становится более мудрым, спокойным и начинает видеть вещи такими, каковы они есть. Говорится, пока человек сексуально озабочен, все, что он говорит, бред, все, что он делает, безумие, а все его планы ведут к смерти. Потому что именно на этих людей наиболее сильно влияет иллюзорная энергия. То есть они в иллюзии. Все, что они говорят, это болтовня. Все, что они делают, это пустая деятельность. Мартышкин труд. Вот знаете, мы так иногда говорим в русском языке. Мартышкин труд. Это переведенное с санскрита слово на русский язык. И оно даже поговоркой считается. Мартышкин труд. То есть труд сексуальной гордабы, Сакалира Ашанта. То есть озабоченной личности. И вся его деятельность бесполезна, потому что не преследует возвышенной цели. Дальше, когда человек начинает продвигаться дальше, то есть очищается благодаря воспеванию, его сексуальная проблема трансформируется во что? У него появляется желание получить мистическое совершенство. То есть двигать стаканы, читать чужие мысли и все остальное. У него появляется желание сенсорного совершенства, экстрасенсы, знахари, там, лечить благодетелями при помощи не грубых, а тонких психических энергий. Это проявление той же самой озабоченности сексуальной. Дальше, когда живое существо опять очищается, все более серьезнее очищается, у него возникает желание слиться с Богом воедино. Желание слиться с Богом. Как вот во второй части пранамы Шрили Прабхупады. Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нервишеша Шуньявади Пашчатья Дешатарине. Тот, кто сражается с философией пустоты, которой заполнен весь западный мир. Что это философия пустоты? Это как раз проблема, опять же. Итак, пока человек не поднимется до уровня осознания бхакти, он будет постоянно находиться на этом уровне. Второй уровень сознания, на котором находится человек, который поднимается с первого уровня сознания, то есть получше карму, этот называется уровень прана-майя. Прана означает жизненный воздух, здоровье, его интересует здоровье. Все, что связано со здоровьем, полностью сконцентрировано в этом уме этого человека, в его сознании. Он говорит, не в деньгах счастье, не во власти счастье, а в здоровье. Здоровье. Будет здоровье, остальное купим. Это уровень прана-майя. Тот же животный уровень, но чуть-чуть повыше ану-майя. Чтобы есть, нужно иметь здоровье. Вы знаете, когда нет здоровья, то изжога, то печень болит, то желудок, то нельзя есть, это нельзя есть. Нужно здоровье. Чтобы поел и заняться сексом, нужно тоже здоровье. Если не будет здоровья, человек не может наслаждаться. Поэтому эти люди так сконцентрированы на здоровье. Им не нужно здоровье для того, чтобы ездить и проповедовать философию Бога. Им не нужно здоровье, чтобы сражаться за правду. Им нужно здоровье, чтобы есть и совокупляться. Их так и называют вегетарианцы. Это не ахимса, вегетарианство. Мы не вегетарианцы, мы кришнатарианцы. Мы не едим это, потому что это не удовлетворяет Кришну. Мы не беспокоимся о своем здоровье. Это не из-за беспокойства здоровья. Если бы Кришна сказал нам, ешьте мясо, пейте, мы бы ели и пили. Но Кришна говорит, нет, это все нечистая деятельность. Я недоволен. И мой преданный с желанием удовлетворить меня не делает этого. Поэтому преданные не едят мясо, не пьют, не курят, не потому что они берегут свое здоровье. Потому что это не удовлетворяет Кришну. Они таким образом выражают свою преданность Господу, чтобы Он, находясь в сердце каждого живого существа, как сверхдуша, Он днем и ночью с нами, и Он постоянно это контролирует. И Он видит, как мы предаемся. Насколько предается человек мне, настолько я его и вознаграждаю. Это уровень прана-майя. На этом уровне появляется, как обычно, еда, секс, сон и оборона. Целые государства живут на этом животном уровне, прана-майя.
Вы помните, да, времена советской власти, когда такая массовая физкультурность была? Я вот сейчас смотрю, физкультура, физкультура, и людей так концентрируют. На беге на каком-то, куда они бегают, зачем, никто не знает. И самое главное, со скоростью надо бегать. Прыгать через планку, зачем, никто не знает. Что ты там напрыгаешь, какое-то смещение позвонков напрыгаешь, или у тебя ноги будут 49-го размера, если ты будешь бегать на скорость. Зачем, куда? К чему готовят человека? Здоровье. Чтобы он мог наслаждаться. Просто наслаждаться. Итак, этот уровень называется пранамая. Повыше этого уровня пранамая называется уровень маномая. Маномая – это уровень спекуляции. Что такое уровень спекуляции? Это когда живое существо начинает чувствовать, что в общем-то чего-то не хватает. Еда, ну ладно, еда уже не интересует. Здоровье, ну вроде и здоровье есть, и что-то вот, чего-то не хватает. Мано, ман означает ум. Теперь оно начинает познавать мир. Но поскольку оно обусловлено здоровьем и едой, все-таки сконцентрировано на этом, оно начинает спекулировать. Знаете, как говорят, сила есть, ума не надо. Но тут появляется желание ума. То есть сила есть, ума не надо, это прана-майя. Но тут уже маномая, то есть человек, он очки одевает. Очки появляются, когда люди на уровне маномая, появляются очки. Потому что они очень много читают, они очень много знают. То есть когда перегруз идет информационное поле, он очень сильно действует на зрение. Вы замечали, да? Вот почему в жизни говорят, вот очкарик, да? И у людей такое представление, что он читает много. Нет, у него зрение портится не от того, что он читает много. Он жжет огонь. В прошлом он жег огонь очень много. И делал это неправильным образом. Потому что ум. Он для чего жег огонь? Он хотел знаний много приобрести. Очень много знания. И это знание нереализованное. Поэтому у людей проблемы может быть со здоровьем. То есть они очень информацией поглощены. Но не действуют таким образом. И зрение садится. Этот уровень называется маномая. Спекуляции. Вот они начинают говорить. Бог есть? Бога нет. Есть некое космическое братство, есть инопланетяне, есть законы природы, высший разум. И они начинают спекулировать. И все эти три уровня называются уровнями животных. Анумая, пранамая и маномая. И как раз Кришна приходит для того, чтобы восстановить религиозные принципы, чтобы поднять людей до уровня вигьянамая. Вигьянамая – это когда живое существо получает науку о душе и материи. Более того, получает науку о высшей душе, о сверхдуше, параматма, сверхдуша, которая находится рядом с индивидуальной душой в сердце каждого живого существа. Вот сейчас мы все сидим, и Кришна присутствует у нас, и он полностью контролирует, как мы слушаем, какие у нас сейчас желания, какие у нас мотивы, какие у нас проблемы, что мы планируем после этого сейчас, куда пойти, и насколько это связано с ним. Поэтому он говорит, насколько человек предается мне, настолько я его вознаграждаю. Но кто предается Кришне? Кто сейчас сюда приходит, вот в церковь, там в датсан, в мечеть, сюда приходит, это называется жертвоприношение. То есть человек Кришне поклоняется непосредственно на разных уровнях. Допустим, на уровне маномая, на уровне пранамая, на уровне анумая. И те, кто сейчас здесь находится, они поклоняются на уровне анандамая, на самом высшем уровне, сразу. Потому что все, что здесь происходит, это называется система бхакти. Бхакти-йога. Самые разумные из века Калли. Самые разумные. И вот сегодня праздник, который справляют во всем мире люди, следующие принципам ведической культуры. Сегодня день явления Господа Рамачандры. В Трета-югу, когда живые существа отклонились, на 25% живые существа отклонились от предписанных обязанностей, всего на 25%. Сегодня каждый человек отклонился на 90 с лишним, на 99. Тогда на 25% отклонились люди, 25% общества стало греховным, 25% улетучивается у них сознание.
появляются безбожники, и Кришна приходит, как Господь Рамачандра. В таком месте в Индии Айодхи называется. Сейчас мы с вами привыкли слушать, в Индии Будда, в Индии Христос, оказывается, в Индии там 16 лет обучался, Магомед опять там связан с Индией, все с Индией связаны. И Прабхупада пишет, не надо думать, что Господь сходит только на территории Индии. Почему он говорит, не надо думать? Он не сказал, что это не так, он просто сказал, не надо думать так. Это игра слов, кто понимает это? Человек, который находится в гуне невежества и в гуне страсти, он может не понять, о чем говорит. Не надо думать, что Господь не сходит только на территории Индии. Почему так описывается в ведической литературе? Потому что все Индия. Все на самом деле. Бхарата Варша. Вся земля, которая есть здесь, она Индия на самом деле. Это сейчас она стала Америкой, Сибирью, Россией. Все раньше принадлежало одному императору. И была только одна культура с одной религией и с одними писаниями. И эта культура была ведическая, арийская культура. Ария, арьяна, значит тот, кто строго придерживается ведической концепции. И ведическая концепция постепенно поднимает человека через регулирующие принципы, постепенно, через регулирующие принципы, используя его вожделение, то есть используя его похоть, как двигатель к деятельности, чтобы дать ему Кришну, верховную личность Бога. Но самое важное, чтобы человек находился в ведической концепции. Если он будет находиться вне ведической концепции, он обязательно деградирует, даже с любой религиозной системой. Но как только он входит в ведическую концепцию, он тут же может прогрессировать, даже со своими материальными желаниями, со своими материальными проблемами. Итак, Господь Рамачандра, то есть Кришна, нисходит в Трета-югу. Трета-юга. Сейчас вот прошло 5000 лет с начала века Калли. 5000 лет. Калли-юга длится 432 тысячи лет. Два пара-юга 864 тысячи лет. Трета-юга 1 миллион 200 сколько? Кто помнит? 296. 1 миллион 296 тысяч лет длится Трета-юга. И как раз в Трета-югу, то есть более миллиона лет назад, нисходит Господь Рамачандра. В таком месте, которое находится, опять же скажем, можно думать или не думать, но оно находится в Айодхе. И это место Айодхе сейчас находится на территории современной Индии. Он там нисходит. В Айодхе. В духовном мире описывается в Пуранах, Бхагават Пурана, Шримад Бхагаватам описывает, что рядом прямо с Галокой Вриндавана находится еще одна планета. Прямо рядом она. Почти на одном уровне, чуть-чуть ниже она. Но это самое высшее после Галока Вриндаваны. Это планета Айодхья Лока, где живет Господь Рамачандра со своими спутниками. И вот Господь Рамачандра Кришна приходит в Трета-югу, чтобы восстановить религиозные принципы. И он приходит со своими играми, как Господь Рамачандра. Он рождается в этой Айодхе, как сын царя Дашарадхи. И он приходит со своими частичными экспансиями, частью экспансии. И все они являются вишну-таттвами, четыре брата. Четыре брата. И сам Господь приходит как Рамачандра. С ним приходит Лакшмана, Бхарата и Шатрупна. Или как? Кто знает? Шатрукхна. Шатрукхна. Правильно. Шатрукхна. Эти четыре личности являются воплощениями самого Господа. Его частичными проявлениями. Не полными, а частичными проявлениями. Его экспансии. Так правильно сказать. И сам Господь приходит как Рамачандра. И также воплощается его супруга Лакшмидеви. Лакшмидеви. Нараин приходит как Рамачандра, а Лакшмидеви приходит как Ситаджи. Сита, дочь матери земли, Пхуми. Она появляется как дочь полубогини Пхуми, которая является планетарным божеством нашей планеты. Наша планета управляется этой полубогиней Пхуми.
Она есть мать-земля. Почему называют мать-земля? Вот, допустим, Марс никогда не называют мать-Марс. Или мать-Сатурн. Даже Луну не называют мать-Луна. Это здесь у нас мать-Луна, у нас все мать. Хорошая мать и плохая мать, все мать у нас. Только потому, что наше управляющее божество Земли является женщиной, полубогиней Пхуми. Это очень могущественное живое существо, и оно полностью управляет всеми процессами здесь на Земле. И Сита, Лакшми, Деви, приходит как ее дочь. Нисхождение Господа Рамачандры в Трета-югу удивительно. Он приходит показать идеальное государство, то есть восстановить идеальную Варнашрама-дхарму, о чем в этом стихе написано. Четыре уклада, четыре сословия человеческого общества. История очень удивительная. В Трета-югу очень большой колонии на нашей земле жили ракшасы. Ракшасы — это людоеды. Ракшасы. Это очень могущественные живые существа, но они сконцентрированы на поедании плоти. Не только человеческой, но они едят все мясо, все подряд. Все, что мясное, ракшасы, они демоны, эти ракшасы. И они внешне очень привлекательные, они очень красивые внешне. У них только единственное, у них кончики ушей, у них очень большие уши, и к концам они такие заостренные, у ракшасов. Заостренные уши такие. Это ракшасы. И в атмосфере нашей Земли, рядом с нашей Землей, есть такая планета, она называется Ракшалока. Надо снять это просто. Это сейчас упадет на пол. И как раз на нашей планете, в Трета-югу, жила огромная колония ракшасов. Во главе с царем ракшасов. Его звали Равана. Равана на санскрите означает тот, кто заставляет плакать всех. Равана переводится. Равана. Тот, кто заставляет плакать всех. Джай. Кришна Бог. Значит, Равана это тот, кто заставляет всех плакать. Он был царем ракшасов. Великим демоном. Он был из брахманической семьи. Он был браманом. Этот Равана. У него был шнур. И помимо всего, он знал наизусть веды на санскрите. Он знал все веды наизусть. И он носил титул Шастрагья. Шастрагья. Досконально изучил ведическую литературу, но так и не понял, о чем она. Вот он был как раз такой личностью. Он знал все мантры наизусть, он знал, как проводить ритуалы, как церемонии для получения материального блага. Он знал идеальный раздел карма-канда, как через жертвоприношение, огненное жертвоприношение, через жертвоприношение животных получить много-много секса. Он был очень озабоченной личностью. Очень озабоченной личностью. Настолько озабоченный, что он тут же, как видел хорошую, красивую матаджи, он обо всем забывал, хватал ее и уносил ее к себе в царство. И делал ее одной из своих наложниц. У него было очень много. И самое, что интересно, что эти матаджи, они радовались, что Равана их утащил. Матаджи всегда радуются, когда их кто-то утаскивает. И эти матаджи радовались, потому что Равана был очень могущественным. Он обладал таким мистическим совершенством. И самое главное, у него денег было много. Денег у него было, он мог всякие шляпки, перышки, помаду покупать килограммами, мешками. Машину мог купить, квартиру, что угодно. Еще мог здоровье поправить. Вот какая матаджи бы сейчас отказалась? Поднимите руку, какая матаджи бы. Она бы даже не распознала, что это демон. Она даже не И он только говорил, что только не вздумайте поклоняться Богу. Зачем вам нужен этот Бог? Я Бог. И матаджи были счастливы. Что матаджам надо?
хороший любовник, крепкий, здоровый и обеспеченный. И мы также были счастливы. И он даже воровал жен полубогов. Прямо с Ягви. Есть одна история, когда Равана, полубоги пригласили его на одну Ягью. Полубоги с ним были в очень дружеских отношениях. Почему? Полубоги, они не очень хорошо произносили мантры санскритские. И каждый раз жертвоприношение, которое они... Видишь, это Кришна. И он вот так вот делает. Гопи. Вот так гопи делает. Я тебе тоже сделаю гопи. Хочешь гопи быть, нет? Вы вдумайтесь в глубину этих вещей, а не будьте такими, как... А вот Рахини Сута Прабу говорит, а потому что у меня противоречие. Не преследуй этих целей, и не будет противоречий. Сразу все станет на ноги, сразу ясно все будет. Потому что когда мы в так... Поэтому даже Писание разделили на тамасику, раджастику и сатвику. Пересчитать их не могу. Но я не хочу, чтобы они исполнились. Потому что если они исполнятся, все. Кранты, я знаю это точно. 100%. У меня такой богатый жизненный опыт. Поэтому я не хочу исполнения этих желаний. Не хочу. И в тот момент, когда что-то движется, я страдать начинаю. И у меня нет этих противоречий. Нету. Вот во мне нет противоречий. Все противоречие, что я вижу, что я не предаюсь достаточно. И все. А сидеть там и вот это вот, выискивать фразы, чтобы исполнить свои вот эти все. И знаешь же точно, что это похоть. Но нет, все выискивать эти вот. Человек, значит, человек самосознания нету. Раз он не видит, что это проблема, сам не видит. Значит, он должен просто обратиться к авторитету. И авторитет ему скажет, я тебе расскажу историю царя Паранджаны. Вот прочитай эту историю. Она, видимо, очень, так сказать, похожа будет. 9 врат, царь, министры, очень красивый матаджи появилась там и все остальное. Там очень интересная история. Там можно видеть себя. И понять, от чего страдания были. От того, что не было ботинок, или что там кто-то пожертвования давал. Какие противоречия? Противоречия возникают от нечистоты. Кого-то обвинить. Ой, он говорит, что нету дружбы. Ой, он говорит, что там нету. Нет такой дружбы. И я еще раз повторяю, нету ее. Есть только дружба между преданными на основе служения Гуру и Кришне. Это истинная дружба. Нету такой просто телесной дружбы. Потому что телесная дружба связана с удовлетворением материальных чувств. Вот и все. Что это за такая дружба какая-то? О какой дружбе идет речь вообще, непонятно. Есть 2 формы дружбы. Материальная дружба, она прекращается мгновенно. Духовная дружба, она продолжается сколько угодно. Потому что там Кришна присутствует. Что-то я не видел, чтобы, допустим, со Шьяма Сундарой прямо так все гуру ИСККОН дружили. Когда он 25 лет занимался ерундой. Но они не считали его врагом, это факт. Ну какую, как, что значит дружба? Какую они дружбу с ним водили? А? Тут с Гаудио Матхам говорят, на расстоянии общайтесь. А они никуда не пьют, не курят, они так тоже преданные, но у них все. И то Прабхупада нам дал на 10 тысяч лет рекомендации. Выказывайте им почтение и общайтесь с ними на расстоянии. О какой речи дружба идет? А? Что вы так все хаваете, загладываете? Все фразы. Надо понять еще, что говорит духовный. А не просто подставлять там по своему желанию куда-то его фразы. И даже точно цитируют. Цитируют идеально. Вот правда, не подкопаешься. Точно прям. Слово-слово, буква-буква. Как Прабхупада говорил. Я написал Бхагавад-гиту, потому что я видел, как Бхагавад-гиту писали. Одну шлоку вот туда, а другую сюда поставить. И весь смысл сразу. И они сразу в садху. А там все вот так. И они просто берут вот так. Раз. Эту строчку сюда, эту строчку сюда. И вроде не подкопаешься, все из Бхагавад-гиты. Ну, маленько поменяй местами, знаки препинания поменяй, акценты расставь, и все.
Поэтому она Махатма Ганди пишет. Прабхупада. Не все они были убиты. Все они, эти гандисты, были убиты. Раджив, Инди, все они были убиты. И Махатма сам этот. Был убит, и они все одинаково убиты. И пропада нас кирты. Это оскорбление. Осторожней будьте. Кто Кришна даст сансару? И тоже там противоречия у них возникали. Один цитирует стих Бхагавад-гиты, второй говорит, ты что, против, да? Против этого стиха? Тот тоже говорит, почему? Я за него, я вот и тоже говорю. Ты что, я знаю, вот так вот. Когда мы в сути туда посмотрим, тогда нам легче сделать. Есть очень много таких общих положений. Общих. Что значит общих? Допустим, все на санкиртану. Что значит все на санкиртану? Вот я слышал такую фразу, все на санкиртану. Общих. Мы накормим весь мир. А я читаю в Бхагаватам, оказывается, даже в Сатья-югу были голодные. Поэтому кто как понимает вот это? Вы что, против того, что мы накормим весь мир, ибо... И сказать что? То ибо это сказал. Но мы должны реалистично, то есть вглубь проникнуться этой фразы, вглубь этих слов. В каждом доме и в каждой семье будут читать Бхагавад-гиту Шримад Бхагаватам. Да, так сказано. Но, если это дом, и это на самом деле семья. Но какой-нибудь такой вот, что, я слышал, что в каждом доме противоречие против Рахини Сута Прабу? Да я не против, я за него. Вот сам пытаюсь понять, что. Как вот говорится, каждая достойная личность получит милость Кришны. А, значит, все спасены. Ну? Если он достойная личность. Ну как же, достойный? Достопочтенный, уважаемый человек. Тыпдейка есть, халат, толстый, полосатый. 45 паранов у него. Как же не достопочтенный гражданин? Жигули, БМВ, джип, подъезд. Три дочки. Один, жена, первый секретарь ОПОМ. Второй, третий секретарь партийной организации зовут. И четвертый дочка. Лауреат Ленинской премии. Получит нас, получит милость. Достойный личность. Иначе противоречие вижу. Вот так вот бывает. Противоречия возникают от сознания, а не от того, что там что-то не так. Как кавказские пленницы прям. А если она будет не согласна? Женщина, как может быть согласна, не согласна? Он, да, логично. То есть он со стороны закона так я смотрел. То есть он смешал закон гор и закон вот этот. Но отвечать пришлось по закону не гор. Есть вопросы еще? Да. Вот Нарада Муни здесь вам проповедует через страх, да? Все используется. Все абсолютно используется. А вот Чиримин Гадаю там через вожделение его, это разный уровень сознания, да? А страх, ты представь, какой страх не получить вожделение, не удовлетвориться. Он боялся? Конечно. Что такое? Он жил, он сражался ради этого. 500 человек перекалечил. Для чего? Все, награда-то какая? Человек движим наградой какой-то. Какая награда? Здесь жизнь. Остаться живым. Ну, может быть, остаться. А для чего остаться живым? Ну,
Почему человек, когда страдания, говорит, убей меня, убей, скорей? Что он говорит, я не могу эти страдания получать. Так ведь? А когда человек бережет жизнь, значит, он что, надеется? Человек, представь, что тебе вот точно бы сказали, что тебя сейчас завтра после по кусочкам будут разрезать. Так, помаленьку, раз, чик, чик. И никто тебя никогда не спасет. Если ты точно знаешь, то скажешь, лучше убейте. Сразу. Я не выдержу этого. Как инквизиция вот раньше. Как попал, люди на себя брали, лишь бы их не пытали. Да, это факт. Читал эти произведения? А не читал. Священники на себя сами клеветали, потому что они их даже не отправляли. Просто они видели, что там было, и они сразу были готовы принять любое. Пусть сожгут, лучше сразу, чем они запытают. Поэтому они говорят, да, мы еретики, да, мы против Христа, мы антихристы, специально пришли остановить. Только сожгите. Этот человек не мог выдержать этих подвалов. А в 37-м году точно та же история. Человек сам подписывал собственной рукой. Все вот эти, Тухачевские, ну все вот эти, которые были, они все были, ну в общем, такие воины. Ну, демоны, воины. Но они подписали собственной рукой, что они были враги, были шпионы. Они не были шпионами, не были... Но это было подписано, когда делали экспертизу, они подписали собственной рукой. Ты представляешь, как надо было человека довести, даже с таким характером? Как думаете, они полностью деморализовались? Что, их пытками сломили? Веру отобрали. Они полностью веру потеряли в этом, поэтому подписали. Они увидели, для кого они сражались и за что. Они были деморализованы. Потому что вера человека, она заставляет его терпеть это все. Вот как вера в Кришну, да, терпеть все эти пытки, какие-то проблемы, это аскеза. Но когда они увидели бессмысленность этого терпения, они подписали. Потому что увидели, что за что они боролись, уже изначально было неправильным. И когда они это увидели, тот, чьим именем они прикрывались, он это все... Еще пытки терпеть за него. Нет, они сразу подписывали. Сами. Не могли выдержать ни того, ни другого. Веру, если отобрать у человека, все. Поэтому, говорит, по вере вашей и будет вам. Чтобы эту веру в Кришну развить, нужно на самом деле действовать. Готовым быть, любое положение принять в преданном служении для его удовлетворения. Потому что это и есть качество слуги. Слуга не говорит, я за кухню отвечаю только, все. Он говорит, так я ж твой господин. Иди туда. Он говорит, нет, не пойду. Тоже он нашелся господин. Желание действовать по собственной прихоти – это большая проблема духовной жизни. Хари Кришна. Есть вопросы еще? Нет? Шримад Бхагаватам класс. Да, у тебя есть? Вот, скажем, вот эти вот уровни пранамая, пранамая и так далее, люди привлекаются, например, через их, и так далее, они вот поднимаются. А бывает, что человек привлекается через философию, опускается до языка, до чувства. Да. Только нет, он и привлекся, он философия-то какая философия? Так, спекулянтская. Они преследуют ту же самую цель. Помнишь, я рассказывал, как орел с крыльями, да? Помнишь, Красноярский рассказывал? Свинья с крыльями. Свинья с горбами. Свинья. То есть, разницы нету кто. А он все равно свинья. Потому что он привлекся к философии для чего? Конечно, он хочет использовать эту философию, чтобы получить то же самое. То один физическим трудом это хочет получить, другой деньгами. Третий властью хочет это получить, а четвертый интеллектом хочет. Но они преследуют одну и ту же цель. Это млечки. То есть, мне кажется, это материалисты, да? Они хоть что используют только для получения чувственных наслаждений. Интеллект, деньги, власть, тяжелый физический труд. Но все они говорят о водке, колбасе и селедке. Ученые приходят и говорят, Даша, ну шо у нас сегодня, поросенок? Налипай! Как вот Ельцин, он же говорил по телевизору, о колбасе и пиве я уже и не говорю. То есть, как понятно, абсолютная истина. Вот так сказал. Он говорит, а наш шоколад, а наша чайная продукция,
А наше оружие, о колбасе, водке и пиве я уже не говорю. То есть он преимущество говорю. Представь, он использует все, свой интеллект то же самое. И он это, людей-то тоже этим завлекает. Потому что он тоже хочет это. Он хочет, чтобы его дети это получили. Ели, пили, производили побочные продукты этого. Ничего не делали, плевали в потолок и хотели стать богом. Все, демоническая культура. Понимаешь, да? Ты понял? Одни привлекаются через язык. К чему? Ну, одни через деньги. К чему? Одни через власть. К чему? А другие через интеллект. Поэтому ты говоришь, они через интеллект потом до языка спустились. Они изысканно хотят. Все, они, у них будет поработать, что ли? Поэтому Брихат Бхагаватамрити, там Гоп Кумар, когда он, вернее, Нарада Муни там, не Брихат, Нарада Муни эта история, когда он там подошел к этому, который тяжело трудился, он сказал, ты что, такой святой мантру повторяешь? Он говорит, да я тут это вот. Фу. А кто же он? Говорит, да вот брахман деревенский, он пришел, брахман. Там все это. И все у него там. Ковал деньги уже другим образом. Тот так что-то делал, другой там. Он говорит, да я такой худой, видишь какой. Но у меня маленько мозгов есть. И я могу и через это вот. То есть к тому же он стремился, к тому же, к чему и этот. И так он так сошел. И он говорит, фу, что, и все? Он говорит, ну. Он говорит, фу. Фу-фу-фу. Джек, фу. Собака. Папа говорит, цивилизация кошек и собак. Потому что всем надо говорить, фу. Фу, Джек. Шарик, фу. Не нюхай туда. Не надо нюхать это. Фу-фу. Не надо бежать. И как он, собаки увидели, тогда бегут, раз какая-то другая собака, и они или нюхают друг друга, или на друг друга нападают. Видел, да? И все время вместе бегают. Такие косяками. Потому что одна и та же помойка интересует. Глава 4, текст 7. Глава называется «Трансцендентальное знание». Когда на земле религия приходит в упадок и воцаряется безбожье, я не схожу сам, о потомок Бхараты. Когда на земле религия приходит в упадок и воцаряется безбожье, я не схожу сам, о потомок Бхараты. Комментарий его божественной милости Шри Шимадачи. Бхактивиданты с вами Прабхупада. В этом стихе имеет большое значение слово «сриджами». Оно не может быть использовано в значении творения, потому что, как говорилось в предыдущем стихе, формы или тела Господа не создаются, поскольку все формы существуют вечно. Поэтому «сриджами» означает, что Господь проявляет себя таким, каков Он есть. Хотя Господь и нисходит на землю в определенное время, а именно в конце Двапара-юги, 28-го тысячелетия 7-го ману в одном дне Брамы, он не обязан следовать этому правилу, потому что полностью свободен и волен поступать по своему желанию. Таким образом, он появляется по собственной воле тогда, когда в мире преобладает безбожье и исчезает истинная религия. Религиозные принципы изложены в Ведах, и любое отклонение от правильного выполнения предписаний Вед делает человека безбожником. В Бхагаватам утверждается, что такие принципы есть законы Бога, и лишь сам Господь может создать систему религии.
Известно также, что веды первоначально были вложены самим Господом в сердце Брамы. Поэтому принципы дхармы или религии являются прямыми указаниями Верховной Божественной Личности. Дхармам тусакшат бхагават пранитахам. Эти правила ясно изложены в Бхагавадгите. Цель вед состоит в том, чтобы установить эти принципы по воле Всевышнего Господа, и в конце Гиты Господь прямо говорит, что высший принцип религии – преданность Ему и ничего более. Ведические принципы приводят к тому, что человек полностью вручает себя Господу, но когда эти принципы нарушаются демонами, на земле появляется Господь. Из Бхагаватам становится ясным, что Господь Будда является инкарнацией Кришны, явившимся в момент, когда материализм в мире набрал слишком большую силу, и материалисты истолковывали ведические писания так, как им это было выгодно. Хотя в ведах есть строгие правила в отношении жертвоприношений животных, у демонов была тенденция совершать жертвоприношения животных, не придерживаясь этих ограничений. Господь Будда явился, чтобы остановить эти бессмысленные действия и установить ведические принципы неприменения насилия. Поэтому каждая аватара или инкарнация Господа имеет определенную миссию, и все они описываются в шастрах. Никого не следует принимать за аватару, если о нем не упомянуто в шастрах. Неверно думать, что Господь нисходит лишь на земле Индии. Он может появиться в любом месте и когда пожелает. В каждом своем воплощении Он говорит о религии лишь столько, сколько может быть понято определенными людьми при определенных обстоятельствах. Но цель всегда одна – привести людей к осознанию Бога и выполнению религиозных принципов. Иногда Господь нисходит лично, иногда Он посылает своих истинных представителей в образе сына или слуги, или приходит сам в каком-либо образе. Принципы Бхагавадгиты были изложены Арджуне, потому что духовно он стоял намного выше своих современников и через его посредство другим духовно развитым людям. 2 плюс 2 равно 4. Это математическое равенство верно как для школьника, изучающего арифметику, так и для ученого-математика. И все-таки высшая математика отличается от простой арифметики. Так и Господь во всех своих воплощениях учит нас одним и тем же законам, но в зависимости от разных обстоятельств они могут даваться на более высоком или более низком уровне. Высшие религиозные принципы начинаются с принятия 4 укладов и 4 статусов социальной жизни, как это будет объяснено далее. Общая цель всех инкарнаций Кришны – пробудить сознание Кришны повсюду. И такое сознание проявляется или не проявляется в связи с различными обстоятельствами. Яда-яда хидхармасья гланирбавати бхарата абьюттанама дхармасья тадатманам сриджамьям. Когда на земле религия приходит в упадок и воцаряется безбожье, я не схожу сам, о потомок Бхараты. Итак, глава называется «Трансцендентальное знание». В первую очередь, чтобы начать воспринимать какую-то определенную информацию, мы должны знать уровень этой информации. Существует очень много материальной информации, грубой, тонкой. И любая грубая или тонкая информация может делиться на разные субстанции. То есть предназначаться для разных живых существ, обладающих определенной степенью сознания, интеллекта, чувств, ума. И в соответствии с этим люди могут воспринимать что-то или не могут воспринять. Поэтому, если вы помните, мы с вами касались такой темы, как уровни сознания. Анумая, пранамая, манумая, вигьянмая и анандамая. Трансцендентальная область знания, несомненно, предназначена для живых существ, находящихся на платформе вигьянмая. И если живое существо не подошло к этому хотя бы теоретически, понимать, что же такое слово «трансцендентальный», то оно будет все время это знание воспринимать с позиции либо грубых, либо тонких информационных восприятий. Итак, наше тело, материальное тело, состоит из 8 элементов, если вы помните, 5 грубых и 3 тонких. 5 грубых – это огонь, земля, вода, эфир и воздух.
И тонкая, которая называется сукшма-шарира, состоит из ума, материального ума, тонкого ума материального, тонкого материального интеллекта и ложного эго, эгоистического принципа, который заставляет душу отождествлять себя с телом. Таким образом, любое знание мы будем воспринимать через призму своего ложного эго. Несомненно, и поэтому определенные области, которые находятся за пределом нашего ложного эго, для нас будут очень практически либо невоспринимаемы, либо трудно воспринимаемы. И поэтому Шрила Прабхупада описывает здесь конец его комментария. И такое сознание проявляется или не проявляется в связи с различными обстоятельствами. Таким образом, само знание может присутствовать постоянно в поле нашей досягаемости. То есть каждый из нас может соприкоснуться с этой информацией. Но кто-то может понять и принять, а кто-то нет. Это зависит от разных обстоятельств. Итак, само слово «трансцендентальный» приводит нас к такому как бы теоретическому восприятию. Что же такое трансцендентальный? Существует так называемый sentimental. Sental – это означает чувство. Mental – что? Что такое ментал? Ум. Sentimental. Sentimental – это уровень животных. Сентиментальный. То есть построенная деятельность полностью на чувственном и умственном уровне. То есть ану, прана и мана. Ману. Таким образом, ведическая литература говорит, что все три эти категории практически являются нецивилизованными личностями. Анумая, пранамая и манумая. Цивилизованный человек – это человек уровня вигьяна. Вигьяна. То есть действующий в соответствии с знанием, а не в соответствии с чувствами, здоровьем и умом. Что там у него в уме там приходит, ему вдруг кажется, что это так, или кажется, что это не так. И Прабхупада пишет в комментарии, 2 плюс 2 известно школьнику. В каком классе мы узнаем, что 2жды 2 – 4? В первом. А академик знает, что 2жды 2 – 4? Но между двумя этими математиками все-таки существует большая-пребольшая разница. Академик в математике и первоклассник. Они оба знают, что 2жды 2 – 4. Они оба прибегают к знанию. Но в соответствии с их уровнями, разными уровнями понимания, восприятия, какая-то область может быть примитивная дана для этого понимания, и для более высокого уровня понимания более сложные вещи раскрываются. Но база остается одинаковой, что 2 плюс 2 равняется 4. Точно так же люди разного уровня сознания должны знать, как 2жды 2 – 4, что они есть души, что они вечные души, которые пали сюда, в материальный мир, и их предназначение – совершать любовное преданное служение Верховной Личности Бога Шри Кришны. Такая информация или такое знание должно быть как для людей самой низшей ступени, и такая же информация должна быть, но более широко проработанной для людей высокого уровня. Но и для тех, и для других это становится абсолютной, что? Истиной. Для первоклассника 2жды 2 – 4 – истина? Истина. И также истина это для математика. Итак, в соответствии с уровнем нашего восприятия мы воспринимаем sentimental – чувство и ум. Но есть еще другое знание, знание, связанное с другими сферами. И его называют метафизика. То есть знание, которое выходит за рамки наших чувств и нашего ума. И такое знание может нами тоже восприняться как знание духовное, если оно вышло за рамки моих чувств и вышло за рамки моего ума.
то я могу думать, что это духовно. Это духовно? Нет, это не духовно. Потому что я еще могу каким-то образом это допускать, или могу даже пояснить. Мы с вами практически не чувствуем многие процессы в этом материальном мире. Не воспринимаем на слух, на зрение, на вкус. То есть ни на чувства, ни на ум мы их не воспринимаем. Мы узнаем о них либо по последствиям, то есть через какое-то определенное длительное время, либо не узнаем вообще никогда. Но они также существуют в материальном мире. Они также существуют в материальном мире. Так же, как мы с вами, практически никто никогда не видели интеллект. Вы видели интеллект? Нет. Вы слышали интеллект? Вы его пробовали на вкус? Мы даже его не ощущаем. Мы просто знаем, что он что? Есть. Какие-то другие признаки интеллекта говорят о том, что он у нас есть. Итак, есть тонкие вещи, которые мы очень сложно можем ощутить. Мы можем знать о их наличии по разным признакам. Но наши чувства, они могут не воспринимать это. И есть трансцендентальная область знания. Это то, что выходит за рамки этого материального мира. То есть выходит за рамки этих восьми элементов. Это невозможно воспринять ложным эго. Особенно ложным эго это невозможно воспринять. Это невозможно воспринять интеллектом. Никак не осознать и не понять. Это ни в коем случае, естественно, не может быть воспринято умом. И тем более, чем? Грубыми материальными чувствами. Ни в коем случае это не может быть воспринято. И вот здесь эта глава называется трансцендентальное знание. Вот такое знание называется трансцендентальным. И говорится, что живое существо должно иметь достаточный интеллект и квалификацию, чтобы хотя бы теоретически принять трансцендентальные вещи. То есть допустить, что такое может иметь место. И Шрила Прабхупада в Шримад Бхагаватам описывает, что давайте хотя бы представим, что Кришна – верховная личность Бога, что мы его вечные частички и призваны служить ему с любовью и преданностью. Тогда эта книга, Шримад Бхагаватам и Бхагавадгита, могут быть хотя бы поняты на каком-то интеллектуальном уровне. То есть даже не на уровне чувств и ума. Хотя бы наш интеллект может начать шевелиться. Если мы хотя бы теоретически представим, что все-таки Бог есть, его зовут Кришна, и он верховная личность. Что мы на самом деле души, и мы призваны ему служить. Теоретически. Теоретически можно представить все. Мы же можем представить, что я Кришна, да? Теоретически. Можем. Но практически нет. Потому что если я начну практически действовать, все поймут, что я далеко не Кришна. И очень далеко. Но теоретически это можно представить. Итак, трансцендентальное знание, знание, которое может быть воспринято как минимум интеллектом, который начинает действовать. Поэтому Кришна говорит, тот, кто преданно служит мне, только тому я даю понимание. Таким образом, есть определенные виды знания, которые мы можем приобрести только через практическую деятельность, но ни в коем случае не через теоретическую. Таким образом, мы можем очень много слышать теорий, но не понимать. До тех пор, пока мы не начнем что? Действовать в соответствии с этой теорией. И как только мы можем начинаем действовать в соответствии с этой теорией, мы начинаем понимать, как это работает. То, что описывается в теории. Очень сложно, Прабхупада говорил, говорить о вкусе пудинга, ни разу его не попробовав. Таким образом, есть много элементов, если вы с ними не соприкасались, вам очень сложно их объяснить. Для того, чтобы объяснить, как они, каковы они на вкус, нужно их попробовать. Итак, Кришна начинает объяснять Арджуне причину своего нисхождения. И эта причина нематериальная. И он говорит, когда на земле религия приходит в упадок и воцаряется безбожье, я не схожу сам, а потом он Бхараты. О какой религии он говорит?
Это знание трансцендентальное. И он говорит, о каком безбожье? Что называет Кришна безбожьим? Есть очень много религий, где нет Бога. В буддизме нет Бога. И Шрила Прабхупада прибегает к этой информации. Господь Будда. И в буддизме нет Бога. И в буддизме нет души. В буддизме есть дхармы. И есть бардо. В буддизме есть колесо самсары. Круговорот рождения и смерти. В буддизме есть карма. И в буддизме есть самый главный аспект. Самый главный аспект, который помогает восстановить религиозный принцип. Это общность всех живых существ и связь между всеми живыми существами в этой непрерывной цепи рождения и смерти. То есть закон реинкарнации. Что каждое живое существо имеет уникальную, неповторимую природу, как вовне, так и внутри. И каждая жизнь предназначена для того, чтобы живое существо столкнулось с знанием. Это ахимса. Закон сострадания, видя внутреннюю общность всех живых существ. Хотя могут быть видны различия внешние. Таким образом, Кришна говорит в Бхагавадгите, то знание, которое говорит о разнице между живыми существами в соответствии с их телом, является знанием в гуне страсти. Но то знание, которое видит единую природу всех живых существ, является знанием в гуне благости. И религиозность начинает проявляться только из гуны благости. Только из гуны благости. Поэтому говорится, что мудрость и религиозность – это привилегии кого? Браманов. Браманов. То есть в гуне благости человек немножко может начать понимать, что есть природа, стоящая за пределами. Он может это понимать. Начать воспринимать метафизику. То есть законы и события, выходящие за рамки материальной субстанции. То есть то, что вот в сказках, если вы помните, я как-то говорю, что не в сказке сказать, не пером описать. То есть то, что стоит за пределами даже нашей фантазии. А фантазируем мы своим материальным умом и материальным интеллектом, опираясь на свое ложное эго. Итак, Кришна говорит о своем приходе, и он говорит о том, что же он считает упадком религии. Дурьятхана был царем Каурав. Он был великой личностью. Он был очень великим. Махабхарата описывает, что Дурьятхана был велик. Земля в его правлении процветала. И праджи, люди, лишенные истинного знания, были довольны его правлением. Он создал для них довольно хорошие условия. И эти условия, несомненно, были связаны с их ану, прана, имана. То есть он знал, что они все хотят есть и будут по еде судить, какой правитель. Он знал, что они будут судить по здоровью, то есть внешности какие-то, внешние признаки. И он понимал, что нужна философия, удовлетворяющая их ложное эго. И первой трансформацией ложного эго является ум. И он знал, как их правильно, как их уболтать, как их прославить, как льстить. Сладкая лесть, сладкая ложь. То есть все это называлось политика, материальная политика. И праджи были довольны. И Дурьятхане удалось создать очень мощную систему социальных гарантий и социальной защиты. Демоны очень искусны, поскольку их авторитет Господь Шива, повелитель этого мира, и он исполняет материальные желания демонов, которые впоследствии становятся причиной их смерти. Таким образом, два вида удовлетворения материальных потребностей есть.
когда удовлетворяются наши материальные потребности, которые мы желаем получить, и они, несомненно, станут причиной нашего уничтожения, и когда удовлетворяются наши потребности и становятся причиной нашего освобождения. И в этом как раз существует разница между духовной и материальной жизнью. Можно получить материальные блага, но эти материальные блага станут причиной наших страданий. И можно также получить материальное благо, и то же самое материальное благо, но полученное совершенно другим образом, принесет нам счастье. Один и тот же объект может быть получен по разным знаниям. Мы можем прибегнуть к ложному эго и получить этот объект. И можем прибегнуть к трансцендентальному знанию, к преданному служению и получить этот объект через преданное служение, посредством преданного служения. И тот же самый объект на нас произведет разное воздействие. То, что мы получили этот объект, не прибегая к правильному знанию, именно этот объект станет причиной наших страданий. И тот же самый объект, который мы получаем посредством преданного служения, становится причиной нашего счастья и нашего возвышения. Итак, в чем же упадок религии, что живые существа прекращают достигать своих целей, потребностей? А в чем потребность? Артха, кама и мукша. И для этого есть дхарма. Если вы помните, мы уже объясняли, есть разновидности дхармы. И здесь Кришна говорит, адхармасья гланир бхавати бхарата. Он говорит об адхарме. Что называет Кришна адхармой? Все, что не связано с санатной дхармой. Мы можем думать, упадхарма это дхарма. Нет. Мы можем думать, чаладхарма это дхарма. Нет. Мы можем думать, асурадхарма. Нет, Кришна говорит не об этой. О чем говорит Кришна? Кришна хочет восстановить санатнадхарму. Кришна хочет сказать о преданном служении. И когда живые существа деградируют, они начинают прибегать к разным видам безбожья. Будда говорит, Бога нет. Но есть ахимса. И они начинают поклонение полубогам. Они начинают заниматься йогой, даже не зная об этом, что Будда сам Бог. То есть, агьята сукрити. Неосознанное преданное служение. И Кришне, когда исполняется 4 года, он спрашивает своего отца Нанду Махараджа, зачем ты собираешься совершать индра-ягью? Он говорит, ну, так положено. Мой отец совершал индра-ягью, мой дед совершал индра-ягью. Знаете, как человек спрашивает, почему ты христианин? Ну, потому что мой отец был христианином, моя бабка была христианкой, моя прабабка была. А ты-то сам почему стал? Ну, потому что они были христианами. То есть нет знания, нет сознания. И Кришна говорит своему отцу, дорогой отец, осознанная деятельность приносит куда больший эффект, чем деятельность неосознанная, механическая. То есть механическим действием человек не может получить истинный результат того, что делает. Поэтому Кришна говорит ему, зачем тебе индра-ягья? Если ты хочешь осознать, поклоняйся холму Говардхан. Все эти дары поднесите холму Говардхан. Я тебе говорю, потому что... И он начинает рассказывать о положении холма Говардхан. То есть проявляет сознание, кому надо поклоняться и как. И говорится, Кришна говорит ровно столько, сколько может быть понято определенными людьми в определенном месте и при определенных обстоятельствах, что и называется кала дешапатра. Время, место, обстоятельства. Далее Прабхупада говорит, при определенной культуре. Таким образом, культура, что это означает? Какова цивилизация? Прана, мана или вигьян. Итак, религия в упадке, это значит не ведущая к преданному служению. Когда религиозные принципы попираются, искажаются демонами. Кто был демон? Дурьятхана был демон. Смотрите, демоном были все довольны, кто находился на уровне. Правильно.
демонами были все довольны. Поэтому Прабхупада в своей книжке «Совершенные вопросы и совершенные ответы» очень глубоко раскрывает аспект невинности. Он говорит, как раз мы и являемся противниками невинности. Потому что все зло творится, потому что люди невинны. Что значит невинны? Они не знают, что хорошо, а что плохо. Что правильно, а что и неправильно. Потому что постоянно находятся на платформе «Sente Mental». Три этих уровня – Ану, Прана и Мана – не находятся на уровне Вигьяны. Таким образом, мы с вами, здесь находясь, точно так же находимся на уровнях Ану, Праны и Маны. И, может быть, наши авторитеты только способны действовать с уровня Вигьян. И если нет такого авторитета с уровня Вигьян, то все это общество, чтобы его поддерживать, несомненно, будет спущено до уровня sentimental. Оно может быть сбито с толку и не понимать, каким образом то же самое может быть достигнуто посредством харинама санкиртана яги, жертвоприношения, посредством бхакти йогаму пашритья матчитак сататам баба, посредством бхакти йоги, Шраванам киртанам вишнок смаранам падасаваям, арчанам ванданам дасьям сакьям атмани веданам. Девять форм преданного служения. И люди с уровня sentimental начинают сетовать за социальные условия, за какую-то еду или за что-то. И пытаются достигнуть этого не через исполнение своих предписанных обязанностей. Дхарма. То есть в них воцаряется что? Религия есть, но они ей не следуют. И появляется адхарма. Поэтому они хотят вырвать артху, каму и мокшу через ложное эго. То есть, не следуя регулирующим принципам дхармы, они хотят сделать интриги, политику и все чего среди людей, которые также находятся на уровне sentimental. Несомненно. Вот почему говорится, что они махатмы лишь в глазах своей глупой и неискушенной публики. Поэтому никого нельзя принимать за инкарнацию или аватару, если о нем не упомянуто в священных писаниях. Поскольку это личность, которая придет и так начинает действовать, то любой, кто знает, в чем дхарма, и видит, что там можно многое нарушать и якобы достигать чего-то, это несомненно, как он говорит, Прабхупада, демоны, попирающие дхарму. Демоны, которые приходят сбить с толку глупую и неискушенную публику, и тем самым набрать силу. Поскольку тонкие негативные субстанции подпитываются негативным, то есть порочной деятельностью, порочной энергией живых существ. Порочной деятельностью, порочными мыслями. Все это как бы снабжение. Тонкая природа всегда более могущественна, чем грубая. Таким образом, сама борьба происходит в тонкой субстанции, в материальном мире. А причиной, побуждающей это противоречие, является духовное противоречие. То есть, в соответствии с тем, кто на какой платформе сознания духовного находится. Брахма-джоти, параматма или Бхагаван. Поэтому демоны уходят куда? В параматму или в Бхагаван? К Бхагавану уходят. Куда уходят? Брахма-джоти. Брахма-джоти. Таким образом, Кришна предупреждает Арджуну. Он раскрывает ему более глубокий смысл этих действий. И мы с вами в обществе должны быть очень внимательны, когда кто-то начинает играть на нашем sentimental. Не тот, кто требует, чтобы мы повторяли внимательно свои круги, вовремя вставали, посещали храм, пели очень искренне, слушали Шримад Бхагаватам, учились правильно взаимодействовать с авторитетом. Дхарма. Это дхарма. И как результат этой дхармы, Кришна дает нам артху, дает нам определенные регуляции в каме, и таким образом мы постепенно что? Освобождаемся. Когда все начинает разжиживаться, это можно не соблюдать, это тоже ничего, главное вот это, то все постепенно что? Разваливается. До
этих материальных потребностей. До материальных потребностей. Поэтому Господь Чайтанья говорит, нет иного пути, нет иного пути, нет иного пути. Из всех видов жертвоприношений я джапа. Джапа. Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари. Кришна четко указывает в Бхагавад-гите 5000 лет назад. Он говорит, высшее жертвоприношение – это джапа. Из всех видов жертвоприношений я джапа. Если мы хотим, что это Кришна – жертвоприношение, он говорит, я огонь жертвоприношения. Если мы хотим напрямую к Кришне связаться, поскольку ишавасья и дам сарвам, все принадлежит, и движимое, и неподвижное в этом мире, все принадлежит Господу. И каждый может пользоваться только тем, что выделено ему по праву. А правом, он говорит Кришна, у тебя есть, Арджуна, лишь одно право – исполнять свой долг. И он говорит, дхарма сья. Дхарма сья. У тебя право исполнять свой долг. И долгом, правом этим называется дхарма. То есть твой долг – служить мне, удовлетворить мои чувства, действовать под моим руководством. Вот это твое право. И он говорит, ишавасья идам сарвам. Все движимое и неподвижное в этом мире принадлежит Богу. И каждый может пользоваться только тем, что выделено ему по праву, как его доля. По праву это значит, как результат дхармы. И не посягать на долю другого, прекрасно осознавая, кому все принадлежит. А кому все принадлежит? Кришне. Таким образом, если мы посягаем на долю другого, мы мгновенно проявляем адхармасья. И Кришна говорит, яда-яда хитхармасья гланир бавати барата абхютанам адхармасья тадатманам сриджамьяха. Это пришло как результат дхармы. И это может уйти как результат адхармы. Именно поэтому Кришна говорит об этом. Что если человек посягает на долю другого, то это адхарма. Адхарма, несомненно, позволяет достигнуть того же материального объекта. Но результатом будет что? Страдания. Лоб зеленкой намажут и расстреляют. Или застрелят где-нибудь. Или ограбят, отпилят что-нибудь. Или посадят и инвалидом станешь. Или что-то, что угодно. Это не принесет счастья. И Кришна объясняет, с самой высшей планеты, Сатья-лока, и до самой низшей, Тапа-лока, все это места страданий. Почему? Потому что везде, до тех пор, пока живое существо не начинает санатна-дхармой достигать все, несомненно оно, все, чего оно достигнет, в итоге приведет его к страданию. А самое большое страдание в этом мире – это смерть. Смерть. Никто не хочет умирать. Это рождение, старость, болезни и смерть. Смерть. Так что же такое адхармасья? Как вы думаете, в нашем обществе, вот сейчас мы здесь все сидим, может быть адхармасья? Несомненно. Несомненно, что многие здесь сидящие могут не понимать, что все достигается через исполнение своих обязанностей. И если вы посягаете на обязанности другого, то этим самым вы бросаете вызов кому? Поэтому мой гуру Махарадж всегда говорил по поводу этого стиха. Никогда не продвигайте себя сами. Дайте себя продвигать кому? Кришне. Кришне. Все должно приходить как результат дхармы. И только демоны, и говорится, Господь Чайтанья нисходит в материальный мир в Кали-югу, только для того, чтобы изменить демоническое население века Калли. Все мы думаем, что мы такие все великие святые. Но Господь Чайтанья приходит изменить демоническое население. Демоническое население. Вот откуда у нас столько желания не через преданное служение что-то получать, а получать что-то по блату, по знакомству, через политику, через какие-то интриги, через что-то, через свои мозги такие хитрые. И это несомненно. Мы можем получить то, что мы хотим. Несомненно. Но именно это, мы будем так радоваться, что это получили. Но именно это причинит нам самое сильное страдание. То, что мы получим. В этом и проявляется что?
иллюзия. Иллюзия – это и есть майя. Вот почему Кришна говорит, все, что помимо меня, все это я провозглашаю невежеством. Все, что помимо этого, есть невежество. Итак, чтобы правильно восстанавливать принципы взаимоотношений, расширять наше движение, правильно, чтобы была спокойная атмосфера в храмах, в общинах, мы должны очень глубоко понять, что такое дхарма, что такое неудачливые йоги, как живое существо отклоняется от дхармы даже на самом высоком уровне. Мы должны очень хорошо разбираться. И для этого всегда есть ачария. Из десятков тысяч лишь единицы стремятся к самосознанию. Из всех стремящихся к самосознанию лишь единицы встают на путь преданного служения. А из всех ставших на путь преданного служения едва ли один понимает Кришну. И этот один становится кем? Ачарьей. И по его милости, по его пониманию, все остальные преданные вылазят. Если они принимают понимание вот этого одного, не десятерых, не 50 человек, не 60, а этого одного, ачарья. Ачарья. И об ачарьях всегда упомянуто в какой литературе? Ведической. В шастрах всегда упомянуто об ачарьях, что некогда в Веккале, в Юга-Санхью, которая как раз соответствует 1896 году, явится командор, там переведили на английский язык, командор как бы, главнокомандующий, генерал, духовный генерал, который переведет ведическую литературу на язык Анклименшал, английский, и распространит это знание по всему миру. Это великое движение. Говорится, эти люди, млечхи там говорится, и шудры, они будут носить брахманический шнур, они возвысятся и станут очень квалифицированными в зрелом плоде ведической мудрости. А что такое зрелый плод ведической мудрости? Шримад Бхагаватам. И первый стих об этом говорит. О, вдумчивые и искушенные люди, вкусите этот плод, зрелый плод всего ведического мистицизма. Они станут квалифицированными в этом ведическом произведении, Шримад Бхагаватам, то есть вайшнавами будут. И говорится, они будут воспевать святое имя и вкушать остатки пищи, предложенные Господу Джиганатхи. Они так возвысятся и очистятся. Они очистят каждый город и каждую деревню. И Ганга придет и поможет им завершить это очищение. Только люди глубоко квалифицированные. Глубоко квалифицированные. И поэтому в нашей деятельности очень важно это контроль. Контроль чувств и ума посредством знания. И тапасью, он что? Становится нечистым, даже если был махатмой. Поэтому мы внимательно рассматриваем ведическую литературу и стараемся не следовать чему? Сентименту. Но наше ложное эго всегда нас сбрасывает на сентиментальный уровень. Поэтому лучшим становится тот, кто не руководствуется ложным эго в своей деятельности. Никогда не спускается до платформы своего недовольства. А это недовольство всегда порождено чем? Вожделением. А вожделение от чего появляется? Из какой гуны? Страсти. Из гуны страсти. А гуна страсти из чего возникает? Из привязанности. А привязанность от соприкосновения. А соприкосновение что? Когда живое существо созерцает любую деятельность или что-то для своих эгоистических желаний, от своих представлений. Вот я, допустим, могу подумать, вот здесь мне кто-то что-то не нравится, надо бы поменять. Но кому не нравится? Мне. И я начну здесь делать так, как бы нравилось мне. То есть не мне, а моему ложному эго, моему материальному интеллекту, моему материальному уму и моим, в соответствии с этим, материальным чувством. Поэтому у нас здесь есть куча всякой философии, мана, куча всякой сентиментальности, типа праны. И также у нас тут целая куча ану. Что тут кому что невкусно?
и как сделать это вкуснее. Но как исполнять правильно свой долг, то есть дхарма? И когда мы сваливаемся на уровень адхармы, мы можем получить все, что мы хотим. Но это никогда не принесет нам блага. Никогда. А все мы сюда пришли получить благо. И наше представление о благе может быть каким? Сентиментальным. Мы думаем, что благом является то, что удовлетворяет наше ложное эго, наш материальный интеллект, наш материальный ум и наши материальные чувства. Вот почему мы всегда стремимся действовать по указаниям шастр, гуру и садху. Хари Кришна. Когда религия, когда на земле религия приходит в упадок и воцаряется безбожье, я не скажу сам о потомок Бхараты. Пожалуйста, вопрос. Скажите, пожалуйста, если есть артха, кама, мокша, да, у людей, то у них появляется желание разрушить карму, если это все есть. Потому что Кришна удовлетворяет живых существ двумя способами. Он говорит, я показал тебе два пути. Два пути. Можешь пойти этим, можешь пойти этим. Пойдешь этим, впереди только страдания и разочарования. А пойдешь этим, все только будет лучше и лучше. Моим путем, он говорит. Если ты пойдешь моим путем, но если ты станешь руководствоваться своим ложным эго, ты потеряешь себя. Несомненно. Так Кришна говорит Бхагавад Гите Арджуна. Потом он говорит, теперь все хорошенько обдумай и поступай, как пожелаешь. Мы думаем, что Кришна нам дает. То мы-то тут не участвуем. Как Кришна задумал, так мы и действуем. Нет. Кришна Бхагавад Гите говорит Арджуна. Я лишь тебе предоставляю информацию о двух путях. Теперь все обдумай и поступай, как пожелаешь. За свое желание и за свои поступки полностью будешь нести ответственность ты. А я несу ответственность лишь за их исполнение. Хочешь убить, пойдем убьем. Хочешь спасти, пойдем спасем. Я исполняю желание живых существ. Он исполняет желания живых существ. Почему? Потому что живые существа, они что? Как же так? Мы же... Почему не делаешь то, что мы просим? Он делал. Поэтому иногда спрашивают, почему же вы сказали нам? Мы вот вам попросили, а вы сказали, ну хорошо, давайте делайте. Но если Кришна исполняет желания, даже дурные, почему вы думаете, что авторитет должен мне исполнить дурное желание? Приходите и говорите, можно я это сделаю? Ну, можно. Ну, не нужно. Ну, скажите, нужно. Ну, нужно. Он пойдет, сделает, и потом вам говорит... Вы что дали? Ты, видимо, плохо понял. Сначала я тебе сказал, что правильно, но ты стал вытягивать «хочу». Ну да. Что тебе нужно? В этом нет благословения. Потому что Кришна уже благословил твое ложное эго. Он так создал, потому что мы хотим имитировать Кришну, поэтому мы даже можем не идти. Если мы что-то хотим сделать против, не надо идти и спрашивать разрешения. Можно я сейчас вам глаз выколю? Если вы решились уже, делайте. Можно это, когда мы приходим за советом, когда мы, если нам расскажут, мы можем изменить. То есть мы хотим обдумать, может быть это неправильно. Тогда мы приходим к авторитету и говорим, вот есть такое и есть такое, а есть вот такое. Скажите, как вы считаете, чтобы для меня было лучше делать, чтобы продвинуться духовно? И вы говорите, вот это. Он говорит, а если это? Я думаю, что это не приведет к хорошему результату. И он уходит, хорошо, спасибо, и уходит. И делает плохо. Но он потом не прибегает к вам и ничего не говорит. Потому что за поступки и за свое решение несет ответственность кто? Сам человек. Поэтому мы никого не обвиняем. И в любой системе существует дхарма. В ИСККОН существует дхарма. Это обязанности по отношению к дисциплине, в поведении, в послушании, во всем. Существуют законы ИСККОН. И они могут быть глубоко истолкованы только специалистами, а не людьми, которые находятся на платформе чего? Опять же, sentimental. Очень часто берутся истолковывать Бхагавад-гиту сентиментальные люди. Очень часто шастры переводят сентиментальные люди, то есть безбожники какие-то, которые сами не знают и не находятся на уровне вегианы хотя бы. И поэтому такие все комментарии и все эти выкрики из зала и все эти, как бы такие, раскольнические настроения, они приведут вас только еще к большим страданиям. Даже не сомневайтесь.
Поэтому мой гуру говорит, никаких экстрасенсов не должно быть в вашем кругу общения. Они вас приведут к сентименту. А те, кто этим занимались, они должны постепенно это отбросить. Люди даже не знают, как, к чему это приводит. Но многие здесь уже наверняка знают, к чему это приводит. К смерти это приводит. Я думаю, в Красноярске с этим сталкивались люди. Везде с этим сталкиваются. Поскольку вся субстанция подпитывает только ложное эго, и у человека развивается мнение, что он, представьте, если вы что-то умеете, как вы о себе думаете? О чем речь? Я контролирующий. Я самый счастливый, я самый могущественный. Кто так думает? 16 глава так думает. Так думает 16 глава. Мы так не думаем, мы хотим избавиться. Ну, ладно, есть. Может быть, это занять можно. Он говорит, нет, не надо. Не надо ничего занимать. Не надо, этого нам не надо. У нас уже были Кривоноговы, Белое Братство, отец Белого Братства, Кривоногов такой. Сейчас, по-моему, сидит еще. Или, может, уже освободился. Он тоже пришел, и он очень много баламутил преданных. И сначала многие преданные, поскольку тоже они находятся на сентиментальном уровне, поскольку экстрасенс имеет определенный вид материального шакти, они попадали под влияние, все там организовывали, и потом ему отказали в инициации. И он тут же развернулся против и создал Белое Братство из таких же балбесов сентиментальных. И воздействовал, и они тут всю страну привели. Столько было потом этих. Вы слышали, да, о Белом Братстве? Это очень страшная система. Поэтому будьте внимательны, будьте осторожны. Не теряйте разума. Человек должен определить, что и с кем ему благоприятнее общаться, что его приводит к знанию, что его от знания отводит. Даже продвинутые личности могут попадать, когда соприкасаются. Брахма, соприкасаясь, он в гуне благости находится, он даже ведагарпа, он трансценденталист. Но постоянно соприкасаясь с гуной страсти, он иногда попадает под нее. Но поскольку у него очень хороший разум, он мгновенно правильно оценивает и в правильное положение приходит. Поэтому мы находимся в Брахма Сампрадае, и Брахма наш Ачарья. Мы должны следовать Ачарьям нашей Сампрадае. Даже если мы попадаем под влияние какой-то грязной деятельности, какие-то плохие мысли, мы тут же должны изменить ему настроение. Остановиться, все обдумать и встать на правильный путь. Мы не должны допускать адхармы. Иначе результатом адхармы всегда будут страдания. Иногда люди меня спрашивают, почему так все изменилось? Почему так все изменилось? Все было так хорошо, и вдруг сейчас все плохо. Как вы думаете, почему? Адхарма. Результат адхарма. Они не понимают, что такое дхарма. И попытались схватить это ложным эго. А Кришна говорит, все разрушающее, ненасытное, все пожирающее. Кто? Вожделение. Вечный враг этого мира, покрывающее истинное знание живого существа. Поэтому из ложного эго, несомненно, это из вожделения. А вожделение приводит к чему? Пожирает знания и приводит к страданиям. Он говорит, я этих завистливых и злонравных, я низвожу в самые отвратительные формы. Из людей, он говорит, не из каких. Завистливых, завистливейших и злонравнейших из людей, я низвожу в самые отвратительные формы жизни. И отправляю их в самые отдаленные районы, что они даже не могут приблизиться ко мне. То есть, там нет у кого? Преданных там нету. Он их убирает от преданных. Потому что приблизиться к Кришне мы можем только через кого? Через преданных.
Он отправляет их в те районы, где преданных. Им нравится, что вот два составных слова злонравие. Им нравится, что такой нрав у них. Они как все как лучше и все как у них. Как всегда. Хотел как лучше, а получилось как всегда. Так ведь? Хотел же как лучше. А теперь страдания. Поэтому так важно в знании пребывать. Поэтому, когда мы не знаем, мы принимаем шикшу. Мы обязательно имеем того, кто знает. И сами выбираем. И всегда с ним советуемся. Как поступить лучше. И он в соответствии с временем, местом, обстоятельством, в соответствии с нашей культурой, с нашими мозгами, он говорит, на, тебе конфетку. Или говорит, давай, иди покачай мускулы. И это пройдет. Или давай с тобой вот стих разберем. Или что-то еще. В соответствии с тем, кто мы такие. Иногда нас могут занять сборкой гороха на полу, чтобы мы успокоились. А мы можем не понять, из-за чего нам дали это служение. Почему именно это служение? Ну просто, чтобы мы что? Успокоились. А мы ищем какой-то другой. Разумность. Как-то нам дали такое служение. Нужно ссылка где. Думаешь, что он? Глупый, что ли? Нет, нам дали это служение, чтобы мы что? Успокоились. Время нам дали. Успокоиться. Знаете, как ребенка в угол ставят? И говорит, считай до 100. И вот раз, два, и все. Каприз в угол. Я же такой, 99, 100. Все, да, все нормально. Все, давай, пойдем. Все нормально. Поэтому надо попытаться быть разумным. Что нас в определенное время, при определенных обстоятельствах могут занимать определенным образом. И цель этого занятия может быть трансцендентная, вне нашего понимания. Вне понимания нашего даже интеллекта, ума и чувств. Потому что человек пытается занять наше сознание, нашу душу. И иногда для души благоприятнее какой-то чушью позаниматься внешне. Чтобы этот вот темперамент немножко... Знаете, один мне шаман рассказывал. Он говорит, он очень популярный такой, очень много предсказывает, все такое. И я говорю ему, а что ты не бросишь это? Он говорит, так ты что? Ты сам... Он знает, что я знаю. И он говорит, ну ты же сам знаешь. Если шаман не занимает духов, они его убивают. Они сначала уносят его в самых близких. Сначала духи говорят о себе через его привязанности. То есть человек, связавшийся с духами и отказавшийся их занимать, то есть жертвоприношением совершать, это вот, знаете, люди с водкой идут, брызгают, там, знаете, да, вот это им жертвоприношение. И кто-то должен вдохновлять людей на это. А они из тонкого мира дают разные виды информации, поскольку все события начинаются с тонкого плана. Кто умрет, кто погибнет, как предотвратить, они начинают говорить с тонкого уровня. И за это... Этот шаман должен этих людей вдохновить, это водку брызгать, деньги там, все такое, там, это еду, где-то там, динь-динь, там, что такое. Все эти виды подпитываются. И вот, он говорит, ты же знаешь, если я их сейчас не займу, они начнут. А что они, допустим, пожар какой-то, сгорел хороший дом, коттедж. Или, допустим, ребенок вдруг заболел, помер. То есть самое дорогое они начинают, а самое дорогое влияет. И тот человек, он сразу пугается и начинает все опять людей вовлекать в поклонение духам. Поклонение духам и предкам. Вы помните, да, Кришна говорит Бхагавад-гите? Те, кто в невежестве, поклоняются духам и предкам. И я его спрашиваю, а у тебя есть какой-то самый такой крутой дух, с которым ты вообще там, ну, вообще вы такие, друзья, не разлей. Не разлей горячей водой. Не разлей кипятком. Он говорит, да, ой, вообще. Я говорю, и что ты делаешь, вот когда ты не знаешь, вот нет людей. Он говорит, а я его, ночью он приходит ко мне, а у меня есть, говорит, бочка с дыркой. Я ему говорю, как только наполнишь, так я тебе жертвоприношение сделаю. А у него, говорит, мозгов нету, и он всю ночь бочку наполняет, а там выливается. И он никак не соображает.
Потому что если я его не займу, он убьет. Вы не поняли, к чему я? А он тоже думает, что это такая бочка? Что за такая глупость? Он говорит, ну я тебе не могу сказать, это очень трансцендентально. Давай, наполняй. Иначе он причинит много беспокойства. Это так. Есть вопрос? Один. Нет, ты уже много общался, много знаешь. Ты уже моряк. Пока вы вспоминаете, может быть. Есть еще какой-нибудь вопрос? Полезно, бессознательное служение. Но дело в том, что не всегда нам могут просто сказать, это будет для тебя очень благоприятно. Я это, и тот человек, он говорит, да, я это. Ты просто делай это благоприятно. Знаете, как вот маленький человек, он укол не хочет ставить. Вы говорите, надо потерпеть, надо это сделать, потому что для тебя это очень, что? Благоприятно. И ребенок вам что? Верит. Поэтому, когда у вас есть отношения какие-то, вы можете занять этого человека даже в такой деятельности. Потому что для него это благо. Потому что если вы его сейчас не займете таким хотя бы образом, то он причинит беспокойство. И эти беспокойства по закону кармы вернутся к кому? К нему. Значит, для него это неблагоприятно. Но иногда человек на таком низком уровне сознания, что его приходится занимать даже таким образом. Поэтому есть такой стих: действие в бездействии и бездействие в действии. Нужно очень хорошо осознать, где и как. Где надо просто остановиться. И это будет высшая деятельность. А где надо где можно много делать, но толку никакого. Надо очень хорошо выяснить, что есть действие и что есть бездействие. Что есть такое понятие, как в народе говорят, мартышкин труд. Знаете, что такое? Очень много было сделано, и все бесполезно. Как вот этот дух, который эту бочку наливал. Он всю ночь тяжело трудился. А он ему в конце говорит утром. Ну что ж, раз не наполнил, ничего не получишь. И тот такой виноватый. Он же еще и виноват. Но он никого что? Не убил. Таким образом, даже для его, извиняюсь за выражение, духовной жизни. Для его духовной жизни. Это что? Благо. Благо. Поэтому говорится, что высокообразованные вайшнавы, они занимали даже привидений, призраков, демонов и духов. Но надо иметь очень высокую квалификацию, чтобы занять даже их. Вы вспомнили вопрос свой? Может, что-то? А,
несомненно. И мы поэтому должны обращаться к авторитетам. Гуру, шастры и садху. Мы не должны действовать по собственному. Вот у нас есть ощущение, что это не нравится Кришне. Нет, мы должны подтвердить это. Обязательно, перед тем, как сделать, даже если у нас полное убеждение, что это не нравится Кришне или нравится, мы должны обратиться к гуру, шастры и садху. Та же гуру, если нам говорит, это может все-таки противоречить шастрам и садху. Значит, мы должны отвергнуть такого гуру. Поэтому три этих вещи должны быть обязательны. Гуру, шастры и садху. И чтобы решать, что гуру что-то неправильно сделал, это могут только кто? Садху. Садху. Мы решаем, что мы не садху, мы не можем определить, кто там отклонился или что-то. И когда нам садху говорят, подождите, мы ждем. Что мы все равно остаемся на какой платформе? На той же самой. И может быть едва ли единицы могут действовать в знании. Поэтому они более успешны и получают все через дхарму. А не через адхарму. Так ведь? Человек много действует в сознании Кришны, даже имея материальные мотивы. Что является выше? То есть, что значит действовать? Он совершает жертвоприношение. Какой самый лучший вид жертвоприношения? Харинама Санкиртана Ягья. Говорить всем о Кришне, вдохновлять на служение Кришне и проводить совместное воспевание. Если человек устраивает столько много жертвоприношений, но даже имеет какие-то скрытые материальные мотивы, Кришна, несомненно, будет их исполнять. И то, что он будет давать, его никогда не скует. А наоборот, даже поскольку это результат преданного служения, то это возвышает даже человека. Поскольку вкус появляется сразу. И это не становится причиной его чего? Порабощения. Из жертвоприношения, если удовлетворяется Кришна, несомненно, появляется вкус. Даже не сомневайтесь. Значит, вам еще не удалось. Ни разу. Шастры говорят, что как только человеку удалось хотя бы на мгновение удовлетворить Кришну, как он тут же ощущает вкус. Но эти вкусы все разные. На низшем уровне какой-то такой, как это? Пыльца от капли отлетела. Пыль потом. Потом какая-то четверть или там какая-то 1/10 капли упала на человека. Потом. И потом сама капля. Бум! И все. Он счастлив. Самадхи. Все. Капля нектара, когда попадает нам, все, мы уже в трансе. Бхакти Расамрита Синху Рупа Госвами описывает, что даже если человек нарушает принципы, но при этом стремится получать только через жертвоприношение, то есть он как бы немножко недисциплинирован, но он строго следует дхарме. В каком смысле? Есть запреты. Какие запреты есть? Нельзя есть мясо, там, то, все, 5-10. Если он даже где-то в этих местах слаб, но если он при этом всегда стремится служить вайшнавам, нижайшим вайшнавам служить, то Кришна, несомненно, им доволен. И если он все равно участвует в жертвоприношениях совместных, даже при таком состоянии, искренне желая удовлетворить Кришну, то он получает пыль нектара. И в этой пыли он получает экстаз, то есть он получает блаженство. И он говорит, что же говорить о тех, кто получает части капли? То есть те, кто следует чему-то. Когда даже такой человек получает экстаз. Что? Кришна говорит своему особо дорогому преданному, я лично срубаю ложное эго. Так что чем вы дороже Кришне, тем ваше ложное эго, знаете, плачет с утра до ночи. Так что не беспокойтесь. Чем вы дороже Кришне, тем ваше ложное эго всегда в порядке. Там он так вам хлестнет, как особо дорогому. Вот попробуйте чужого ребенка, выпарите. Вот поймайте сейчас чужого ребенка и выпарите. А своего... О. А потом... Так что не беспокойтесь. Попробуйте чужой жене пощечину дайте. Или подойдите, ударьте сковородой чьего-то мужа. Или скалкой. Или скажите, почему ты вовремя не пришел? Сволочь, где шлялся? У чужому человеку скажите.
Хари Кришна, когда вы становитесь преданным, он говорит, ой-ой-ой, ложничок, встань в угол, иди туда, иди сюда. Но вы-то уже дорогой, вы же понимаете, что это с любовью. Ну а когда не понимаете, он вас оставляет. Он говорит, ну ладно, пусть он. Пусть он действует из ложного эго, потому что все, что ему достанется из ложного эго, впереди его ждут одни страдания и разочарования. Поскольку следствием страданий всегда является что? Разочарование. Эх, не в тот магазин полез. Эх, не в ту вену воткнул. Не той иглой или еще что-нибудь. Не в тот карман залез. Эх, ох, ах. Не та женщина встретилась. Эх, говорила мне мама, не выходи за него замуж. И так далее. На каком? Ой-ой-ой, это вам так кажется. Потому что когда оно вырастет, оно лопнет. Есть такая сказка, лапоть, соломинка и пузырь. Знаете? Вот там вот он раздувался, раздувался, и что? А? Вот нет, просто не дуться, да? И тогда бы жил себе хотя бы пузырем. Но его что-то поперло, поперло. И ему говорили, ну давай, давай. И его перло, перло. Есть Шрила Бхактисиддханта Сарасвати рассказывал про такую лягушку, которая нашла монетку. И она подумала, я теперь самая богатая, нет для меня никого, кроме меня богаче. И она сидела возле ручья. И она подумала, вообще, если у меня монетка, я такая, такая. И он еще потом посмотрел на ручей и сказал, и вообще ручей мой. И думает, теперь все, кто приходит пить к ручью, должны только через меня. Только мое разрешение, и все. И слон как-то шел. И лягушка выскочила и начала квакать. И она квакала, квакала, но слон ее не заметил, но наступил такой пук. И все. И он пошел, попил. И так и не заметил, и ушел. Вот так наше ложное эго становится причиной того, что нас раздавил слон. Как называется? Хата-мата. Бешеный слон. Он даже не замечает, что мы там сидим и что-то квакаем. Ква-ква-ква. Так все устроено. Он даже не замечает. Но если он заметит еще, он скажет, да дорогая лягушка, да ты что? Да с каких пор ты тут? Но он ее просто тогда что? Обойдет стороной. Но если она будет очень много квакать, то он уже за себя не ручается. Поэтому, говорится, слон может обойти лягушку, но ее никогда не обойдет кто? Источник вечного наслаждения. Кто? Змея. Змея! В источнике вечного наслаждения там говорится, когда она начинает квакать и думает, что она что-то там такое квакает, на самом деле она призывает свою смерть. Потому что змеи питаются лягушками. И змея вожделения. Все. Так что никогда не беспокойтесь, что станете слишком великой. Никогда не беспокойтесь, что ложное эго раздуется. Всегда есть тот, кто сдует его. Особенно в обществе преданных. Это вообще нектар. Здесь нет. Здесь есть те, кто больше в знании пребывает. Все. Вы можете пребывать также в знании. Хари Кришна, Шримад Бхагавад Гита, класс Киджай, Шрила Прабхупада Киджай, Чищени Тайни Майсундра Киджай. Я хотел бы сделать маленькое сообщение вам. Я вообще-то приехал семинар прочитать по ступеням бхакти. А завтра утром, время лекции, это вот это время лекции. Утреннее, вечернее, утреннее, вечернее, утреннее, вечернее. Я бы вам рекомендовал. Не потому, что я читаю, потому что это очень интересная информация. Она мне самому помогает. Потому что я всегда помню об этом. Что происходит с человеком, на какой ступени, как вы говорите, где у него там ложное, как себя ведет, как что с ним происходит, что он говорит, как двигается, как мыслит. Это будет полезно для многих. Я так думаю, по крайней мере. Хари Кришна.